Уважаемые дамы и господа, я хочу поделиться с вами своим очередным сокровищем. У меня новое колечко от Speak of Gold. Я его заказала где-то с месяц или полтора назад. И Наташа и Николай сделали его для меня, подогнав под мой специфический маленький размер. Значит, чтобы я должна сказать, что просто пальцы у меня очень маленького размера, я уже об этом говорила, но мне хотелось бы иметь возможность носить кольца не только в зимний период, но и в летний, поэтому иногда имеет смысл сделать его с маленьким запасом, как я и поступила в данном случае. То есть это колечко, это русалочка. Я не буду говорить, что прям вот она, я заказываю специально в комплект. Я была очарована абсолютно украшением самостоятельным, как самостоятельным изделием. И поэтому, в общем, при первой возможности заказала это кольцо размера 15,7. Я в очередной раз удивляюсь, как прекрасно делают ребята скульптурные украшения, такую прекрасную ювелирную скульптурную работу. Это кольцо из серебра с топазом, с позолоченными элементами. И, как я понимаю, оно, ну, в некоторой степени поддерживает те украшения, которые я вам уже показывала до того в русалочьей тематике. Но по мне так оно выступает вполне себе самостоятельным. Посмотрите, какой удивительный хвостик. Вот если вы заметили сейчас, ну так как тема русалок, единорогов и по-прежнему, что бы там ни говорили, там что тренды уходят, я что-то не наблюдаю какого-то массового отторжения от подобных тем. Причем в любой индустрии как были популярны волшебные существа, так и остались. И я считаю, что это прекрасно. Это хорошо, что мы ищем для себя эстетики в подобных вещах. Но к их русалочьей теме, да, разумеется, кто любит комплекты, то есть можно, во-первых, есть и серьги. Я так полагаю, что уже будут не только в предыдущей версии, но и версии колечек, может быть, сережек колечек подобного формата. Кстати, было бы очень интересно, я бы обратила внимание. Есть уже и подвеска, но там камень гладкий. Значит, и поэтому для меня это кольцо, разумеется, такое оно вполне самостоятельное, и я его буду носить не только в привязке к своим комплектам, хотя чаще всего, если я уж надеваю на руки кольца от Speak of Gold, то и второе или третье кольцо также будут у меня от Speak of Gold. Сейчас я вам его померяю. Вот так оно сидит на ручке. То есть при любом вашем движении, при любом повороте, при любом жесте эстетика кольца будет видна, и будет видна работа ювелира. Здесь нет того, что только сверху дизайн, а внизу кольца у вас исключительно гладкое основание без всякого дизайна. То есть все кольцо является собой произведение ювелирного искусства. Я очень благодарна Наталье
и Николаю за их работу. Я в совершеннейшем восторге от всех их новинок. Я очень рекомендую посетить их сайт, их Инстаграм, где быстрее немногим появляются новинки, чем на сайте. Я все ссылки оставлю внизу. И, конечно же, предлагаю вам посмотреть, потому что украшения в различных стилях, это просто я предпочитаю скульптурные украшения, особенно от Николая и Натальи, но там есть разные украшения, есть, кто любит геометрию, пожалуйста. Ну, наверное, пожалуй, вы там не встретите какой-то прям уж совсем-совсем классики, но, может быть, оно и к лучшему. Хорошие классики, нескучные классики сейчас много, а вот, скажем так, украшения, которые относятся к неким более сложным ювелирным направлением и в доступном ценовом сегменте их не так уж много. Вот. Но я очень рада была с вами поделиться своей новиночкой от коллекции. Ссылку на всю свою коллекцию я оставлю также внизу. Кому интересно, посмотрите, пожалуйста. Там есть все мои украшения от Спика Голд. Я надеюсь, что такие ролики будут появляться на моем канале с завидной регулярностью, потому что я очень люблю бренд, и я очень люблю людей, которые создали этот бренд и стали моими хорошими друзьями. Ну, всего доброго, мои волшебные. Счастья вам!